Всем привет, дорогие зрители наших каналов. С вами Шустрила, Артур, Блэк, Гришка, Шепард. И поздоровайтесь. Здравствуйте. И мы сейчас идем в старый собор в надежде найти вот ту копеечку нашу старую добрую, потому что хочется все-таки ехать, а не на своих двоих. Так как в прошлой серии Артур решил взорвать нашу машину единственную, потому что она не нравилась ему краской. Это был единственный правильный выбор, мне кажется. Да, а мы же должны ползком еще уходить, точно. Я чуть не забыл. Давайте в полный рост выбежим отсюда просто. В каком-нибудь амбарик перестреляем, а? Да выползем сейчас просто. Так долго пока будет. Пока выползем. Пошли. Ура! Ладно, ура! Я за тем, кто с фонарем. Ну нет, я перед тем, кто с фонарем. Освети мне путь, Артур! Так, ладно, короче, в этой серии к старому собору дуем, да? Да. В принципе, оружие там не нужно. Нет. Нам нужна тачка. Может, пока мы рядом с выбором сходим еще раз к той палатке и чувствуем, если что-нибудь найдет, возьмет. А у меня уже есть темочка, я. А, там или спак лежит. Сначала осталось. В одной из казарм. Ну ладно, в старом найдем, я думаю. Он уже отстреливается. А что делать? Зачем они тебе? Ой. Они тебя долбанули, по-моему, да? Нет, пока нет. Вертолет вижу. Разбитый? Справа от нас, да. О, круто, пойдем сходим сейчас. Ну сейчас сначала от этих селян избавимся. Между прочим, это новый вертолет. Вот там еще не было. Да. Воу, я на линии огня. Нет, ты не на линии огня, все нормально. Я думаю, сейчас нам все равно так же придется бежать отсюда, потому что сейчас еще зомби вокруг вертика, они резнулись. У тебя есть подсволка, гаси прям вверх, Артур. Да нет у меня подсволки, у меня на ней сигналка осталась. У меня есть ПБС, люди добрые, давайте я сползаю. Так, Сэм Фишер стайл. Все, они во все стороны. Лягуханы на дороге. О, это такой неудобный прицел, здесь коллиматор, нафиг. Он перекрывает половину экрана. Подождите, я им сейчас дымовуху кину просто все. Да, ночью. Гениален. А, ну да. Ночь? Уже ночь? Ну да, вообще. Я что-то пропустил? Ну, если, конечно, выкручивать настройки, брать нас яркость, то можно много пропустить. Но так вообще у нас уже время. Почему они не агрятся на его выстрел, а? Он сымки херачит и не стоит. Так. Это моя фраза. Поделитесь еще. Че, я выстрелю тогда в первого, который или че, или нет? Зачем? С Барретта? Да, я ж совсем псих. Я натурально безумен. О, кто-то мимо меня стреляет, да? Это я по нему. Рядом с вами пролетело. Отлично, чисти мне путь. Ты будешь моим ангелом хранителем. Я буду ползти, и люди будут падать просто. А я? Ну, а ты... А как же я, малыш? А ты будешь идти за мной. Ребята, скиньте им дым, сейчас не ночь, сейчас совсем не ночь. Ночь. У меня уже темно, и только вот звезды уже даже есть. Ну да, попробуем. Скинь дым, да. Ну кинь, по-моему, они не сагрятся. Я им даже флайеры кидал тогда у вертика, и никто не побежал на них. У меня и флайеры есть тоже, по идее. Ну кинь его, на него лучше сагрятся. Думаю. Справа. На дым. Лучше всего на дым. Нет, на дым. Я дым кидаю. Если скинуть флайер и дым, тогда вообще хорошо. Я кидаю слева, короче, от вертолета на большое, на максимальное расстояние. Давай. Это файл. Блин, третий вертолет за день, четвертый за последние два дня. Что с нами произошло? Им насрать, это ночь. Значит, мы можем просто через нет, контур... Нет. А, это, блин, это ты шестер. Говорил тебе. Опять бизон здесь лежит. А патроны к нему? Да, для него два СД магазина лежит. Я беру на. О, у меня рядом с этим, рядом с вертолетом, когда с пулеметом близко проходишь, все темнеет вообще, как не знаю что. Ну потому что у него вспышка там, ты ее просто не видишь, наверное. У меня прям четко нет, видно. Вспышка что... есть, но говорю, вообще затеняет сразу все вокруг. Ну, слепит вспышка. Меня видно на 12 метров. А, здесь больше кроме этой пушки вообще походу ничего нет. Ну все равно она явно лучше. Ты мне станаги отдал, да? Да, станаги сейчас положу. Иди сюда, Артурка. Уже половина. А, ну, там еще патрол пак лежит просто. И... Я тебя Джек Шепард узнал. Патрол пак, я пушки. Понятно. Так, тормози. Вот она лежит здесь.
Так, хорошо. У тебя места не хватит на станаге, я тебе два нормальных магазина таких еще не расстрелял. Сейчас, подожди, я их пересую себе в этот. Хорошо. Пересую, да. От калаша я у тебя забрал, тебе он все равно не нужен. Ну да. Так, ты все полностью положил, нет? Да. Блин, у меня 9 магазинов, куда мне столько? А что, у них теперь нельзя сесть больше? Нет. Ты взял? Да. Я странно, что тут в двери ничего нет. Должно еще в двери лежать такая штучка. Ну, в двери ничего не лежит. Проверь. Ну, ладно. Ну все, пойдем туда. А, нет, стоп. Чуть не наврал. Посмотрел сюда под хвост. А, здесь 4 этих. АКС-74 Кобра, и для нее 4 рожка. По-моему, твоя пушка лучше на данный момент. Ну, бизон я не буду менять, да. А я свою не буду менять. Она меня полностью устраивает. Ну и все, тогда идем. А, здесь должна была быть шутка Артура насчет того, что мне отстойная пушка, ее надо поменять, но он что-то слоупокнул. Ну, мне охота посмотреть, какой же из тебя все-таки снайпер. Просто поржать вот, охота. Вот. С пацанами поржать. Зомби. Я. Да, зомби тут кругом, мы по-любому не вышли бы отсюда их не на агрех. Поэтому давайте просто выбегаем и как-нибудь по дороге их постреляем. Еще бы кто-то фонарь включил, чтобы я увидел немножко, за кем бежать. Че, совсем темно, что ли? Ну вот сейчас посмотрю, почему-то рядом с этим, с вертолетом, у меня вообще вся картинка потемнела. Ой, за мной бежит. Ой, бежит. Бежит. Ой, зомби-пилот летит просто за мной. И за мной такой же. Тебе что, может убить его? Прямо в каску. Думаешь? Думаешь, надо? Сейчас я его на себя нагрев и убью. Может, я тогда его убью? Ого, выстрелил и знатный. Да, блин, что ж ты вот этой анимацией... Посмотрим, какой ты стрелок. Да ты опять не сбежал. Убиваю. Сколько раз я ему попал в голову? У него кровь брызгла, он стоит. У него этот химсвет. Можно бы взять нам. И возьму. Возьму. Пойдем. Блин, мне нужна кровь. Кровь? Да, зверушку бы. Мясо, плоть. Любить кромсать. У тебя же ждет все ПНВ, да? А, точно. Сиди. Я слоупок с вами. Блин, слушайте, ребят, я от вас тупею. От нас. Хороший отговор. Бегают с ними у меня ПНВ, я бегаю такой, ничего не вижу. Химсвет, давайте возьмем химсвет. Донбассос, блин. Донбассос, это ты у нас, блин, с Донбасса. Мы вообще-то нормально бегаем, как бы. Я вижу, просто шик. Ну, у тебя там яркость выкручена на нереал какой-то. Нет, ну вы вот посмотрите, если вы скажете, что у меня сейчас ночь... Ну, я знаю, что у тебя яркость всегда выкручена на нереал. Да, хоть не выкручена яркость. А справа наверху на горе есть вышка, можно ее полутать. Патроны. Кому что нужно? Стана какой-нибудь, еще что-нибудь. Я не знаю вообще, для чего мы в Старый Собор мы идем. За машиной. За машиной или за рюкзаком. Это у меня еще было. Память нет вообще нисколько. За ПНВ еще можно. Зачем нам ПНВ? Почему, когда я навожусь на шустрилу, у меня сердце бьется? Когда я навожусь на Шепарда. Я же говорю, неровно дышишь просто. Ага. Это нормально. На Джека Шепарда, когда я навожусь, мне пофигу. Никто не может устоять перед моим стилем жигола. Жигол нашелся. Да. Ты еще так это, на палец так плюнь и бровь так смажешь. Я потерялся. Да и фиг с тобой. Я вижу Джека. Да, Джека с такой бандурой сложно не увидеть. Как ты его называл? Лендлон? Лендловер он называл. Лендловер. Любящий землю. Лендловер. Лендловер. Вы не туда бежите. Ребята, когда мы найдем Лендловер? Это ты нас шутил. Ребята. Бежать, да? Короче, неплохо так затарились на этом. Да, осталось только спак найти. С нуля, за 2 серии. Просто. А вышка слева от нас, но вам никому не надо, так что идем дальше. Как твоя пушка-то выглядит, Бизон? Тебя сейчас убьют, а я не увижу. А ты в Battlefield, что ли, не играл, дорогой мой? А, она именно такая, этот... Да, вон сверху. Со шнековым магазином. Как да? Подствольник, да. Как ты его назвал? Шнековый? Шнековый. Угу. Мотай на ус, юноша. Да, хорошо. Как ты меня назвал, да? А у него прицел какой?
Просто эти сошки? Какой, да. Сошки, говорю. Сошки? Iron Sights, назовем их так. Ну да, Iron Sights. Сзади нас зомби, и он был Артуром. Нет, я вообще-то перед тобой бегу, так что он за тобой. Нет, ты за мной. Хватит СД тратить по пустякам. Так, к нему трудно, к этому автомату привыкнуть. Так, у меня боль. Хватит этих наркоманских историй. 45 ЦП, естественно, никому не нужны. Нужны, нужны. Кому? Мне. Зачем они тебе? Это ШМ 1911, если их покрафтить. В общем, там в трупе лежит, дорогой мой. Ну, найди его только в темноте тут. А, у тебя же свет включен. Да вот он лежит. Короче, Джек, попустись, гоу. Да я возьму, у меня этот, в отличие от некоторых ПНВ. Ну вон он лежит, его отсюда видно. Я вижу, вижу, я иду. Я лотаю. Так, открыть сюда. Скрафчу потом. Зачем тебе два колеса все-таки, а? Да мало ли, сейчас найдем. Он еще в мой рюкзак лазит, еще меня упрекает, что у меня там лежит. Это просто верх, какая-то наглость. Куда идти, парень с GPS? Идем, идем. Парень с компасом лучше вам все покажет. Ну да, мы правильно бежим. Ладно, тогда я за парень с компасом пойду. Увидите зверушку неведомую, скажите, кушать хочется. Ну я. Ну, я думаю, ты услышишь мой выстрел с Барретта. Да. По зайцу. Его там размождит просто, наверное, в дерево. Ты его сначала стрельнешь в зайца, через зайца попадешь в дом, через стену дома в другого зайца. И убью игрока где-нибудь в электро. Да, там через гору пуля пролетела, накрыла парня. Я, честно говоря, ничего не увижу. Я вас с трудом вижу. Уж устрелы там еще день. У Джека Шеффорда этот. А у тебя фонарик. Ну, я аж фонариком не буду бегать, он у меня будет болтаться, как этот. Давай я в тебя фаер кину, он к тебе прилипнет, и ты будешь бежать и светиться. О, точно, фаер же можно. А ладно, не надо. Я вас более-менее так вижу. Короче, маскироваться сейчас. Все, я буду бежать за тобой. Чтоб ты, как обычно, типа, парни, я потерялся. Пагни. Пагни, пагни, я потерялся, пагни. Сел. Опять лутает. Да какой лутает? Я себе посмотрю. Ой, Барретте же этот ПНВ-то не работает, если прицел сделать. Да. Я бесполезен, так что. Значит, Джек сегодня лутает по лапке. Слышал, что он сказал? У меня нет места для. А кто вообще в палатке пойдет? Палатки, Джек. Мы зайдем в машину, загрузимся и уедем нахрен туда. А если это мне? Тебе нужен лишь респак. А я еще пойдет. Хочу ПНВ тоже. Хоти? ПНВ только у класса чуваков. Лорд у нас фаером своим палит. Я вот на линии только если отбегаю. Если ПНВ у классных чуваков, почему у тебя он есть, а у меня нет? Потому что ПНВ у классных чуваков. Ален Вар какого-то убили. Это нет. Дважды. Ален Вейер. Ну понятно, есть такая марка компьютеров топовых. Во. МДГМ, МДГМ, МДГМ. Далеко бежать-то? Ну так еще. Прилично. Джек же машину убил. Ну. А, нет, это ты ее убил. А ты убил машину? Добил. Ты убил квадрик, я убил квадрик. Нет, Шестрила убил машину. Шестрила убил квадрик, а я добил машину. Ты не добил машину, ты ее взорвал. Бил квадрик. Джек Шеппорд у нас квадрик убил со мной и меня убил. Да, сейчас вот. Шестрел такой 2-1, 2-1, я веду, да. Счет мою пользу. У меня 6 тысяч крови, все печально. Я не вижу зверей. У меня 8 тысяч, тоже не очень хорошо. А я вас даже не вижу. О, вон этот хата, там рядом старый собор. А вы где вообще, вы меня видите? Ну вы-то меня видите. Правее беги, гораздо правее. Вот, молодец. Где ты его нашел? Вон. А вон. Подожди, правее беги, он шел в ту сторону бежал? Он бежал да туда. О, господи. Да. Так вот как твой бизон выглядит. Да, он жесткий. Но не такой большой, как наш. Тебе Джек Шеппорд надо дальномер найти. Джек, у тебя GPS есть? Да. Ну беги отсюда. Не хочу. Ну туда посидим. Человек с компасом нас вел.
Так, 78-74 мы сейчас находимся. Это у нас 2, это у нас 54. 78. Ну ты нас клёво к старому привёл. Так он уже рядом тут. Ну я и говорю, что привёл. Я просто не знаю, где именно. Он чуть левее от нас, по-моему, должен быть. Вроде бы. Там у домика машина сломана, да? Да, наверное, сломана. Где именно? Около какого домика? Да, она убитая. Так, Миша... Там пикап этот, оффроуд. Там зомби. Да, и не один. А ты с фаером. Я Артур с фаером, да. Кинь его в зомби. Ты боится. Ну ладно. Вот люди посмотрят вашу серию и мою и увидят, что у меня тут просто сзади день, вышка нас. День дневной. Воу. Который мы с Артуром. Я даже ни одной звезды не вижу на небе. Снайпера не видим. Я тебе говорю. У меня все небо в звездах. У меня все небо белое. Просто вот белое. Солнце там. Солнце? Да. А у тебя часы есть? Да. Сколько времени? Без 10:08. Без 10:08. Да, без 10:08. А у меня вот время 20 минут 9. Да, 20 минут 9. По-моему, тут все-таки часовые пояса на что-то влияют, да? Да, видимо, влияют. Это довольно странно. Причем. О! Корова! Корова! Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил! Корову нашли, от радости люди. Топор есть у кого-нибудь? У тебя есть топор? Нет, у меня исчез. Так я тебе свой дам. Блин, тут он тоже шуметь-то особо он нельзя, он уже ищет. Старый собор. Наркоман. У меня чистый, этот, блин. У меня аж ПП. Она вот. Бежит, она бежит. Она прям задница сидит. She's running away, she's running away. Так. А ну стусь. Ой, ой, нас не представили только. Есть. Все, я вижу чупс. Давно уже видно. Топор, Джек, у тебя есть топор? Да. Хорошо, давай сделай кастрик. Ноп. Так, 58-79 это мы где? Это мои. 58-79 это мои. Я взял 5 кусков мяса, они мои. Это дорого. Да, значит. О, вон чупик, да, уже. Так. Пойдемте там в лесок, с которым мы тогда снайперили. Все будет хорошо, не волнуйся. Ой, я в корову складываю опять свои магазины. Так что стрел за мной, где Артур? Я около этого. Ну вижу, да. Животного. Как встанешь, беги налево сразу. Ага. Ладно, иди разводи костер. Я бегу разводить костер, а то он потеряется. А я его приведу к тебе, он не потеряется. Я-то вижу все как день дневной. Артур, видишь меня? Ага. Ну пойдем. Возьми его за ручку. Хорошо. Я вообще не пойму, кто из вас какую функцию будет выполнять. Артур, Джек Шепард хочешь? У нас, возможно, и снайпер, но... Хочешь сникерс? Нет, от тебя не хочу. Я не беру. Мне мама говорила не брать от незнакомых людей сникерсы, да? Ну ладно. Ты такие, мы с тобой идем к палаткам, Джек лежит, ПНВ палит, все. Если нас пристрелили и Джек не убил обидчика, значит Джек виновен. Короче, понятно. Все, разожжу как кастрюлю. Нормально так, не палимся, да, совершенно? Да пофигу. Где твой кастрюль-то? А вот он его раскладывает тут. Ну поджигай. Да будет огонь. Люди с каменного века тут сильно сидят. Ага, с каменного. Давай, дели мясо на всех, мне 2 куска. Я 5 кусков себе взял, ничего не знаю. Жопарь. 2 куска мне, пожалуйста. У тебя сколько, Джек Шепард? 10 крови. А у меня 8. Да у меня 5, а у меня 5. Да пошли вы я домой. Truly, guys. I'm going home. О, игра цветной стала. Черт, темнее стало. Продамажьте меня. Что сделать? Постреляйте, по-моему. Окей. Пуши костер. Раз, два, три. 10. Погодите, надо же хотя бы куда вы пошли, надо же посмотреть, есть. Артур куда-то побежал. Рысь. Я никуда не побежал, я кушаю.
Эй, Акоша. Может, это вообще не мы? Из-за тумана я вижу очень-очень-очень. Да-да, снайпер целится мне в голову от меня. А, это лагает кто-то просто. Так, у кого этот? Морфин. Ноп. 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 Морфина нет. Понятно. Джек Шепард, а дальше стрели морфин? Потому что мне, скорее всего, сломают. Если сломают, то мне. Это у костра кто сидит? У костра вы вижу... оба сидите. Я не вижу машины. Вифпипи. Есть ли смысл идти туда, если там нет машины? Эльспак, GPS. ПНВ. ПНВ. Ну, ПНВ нет. Это ПНВ для тех, кого нет. Так, Джек Шепард, туши его уже. Ну, а я что делаю? Тушишь? Мне нужен этот... Этот... Встреча пот. Около костра, я вас достал. Где-то поц. Мне нужен поц, чтобы я ему дал морфин. Поц. Так, давай. Помс, помс. Так. Морфинчик, держи. Иди сюда. Все оба идите сюда. Угу. Слышите, да? Эй, вы. Так. Слева будем обходить, да? Ты будешь здесь сидеть, дорогой мой. А может вы в магазин сходите за респаком? Может быть, сходим потом. Так сразу. Так, я вот, в общем буду с этими. Вот твоя позиция. Где-нибудь здесь перемещайся, да? Смотри до горку. Так, мы пошли с левой стороны. Ну, ребят, если кто-то что-то, я не смогу выстрелить и убить вот вас. Ты хоть нам, ты нам скажешь. Артур, ты идешь, не отстал там? Я потерял тебя уже давно. Ладно. Хорошо у нас будет. Я около Джека Шепарда. Как эта пушка клёвая, не мешает мне эта пушка смотреть через ПНВ. Как она мне не мешает, это просто капец. Она весь экран занимает. Видишь меня? Я ничего вообще не вижу. Как выглядит, вообще перестало. Я вышел на этот. Я вижу тебя, не останавливайся. Здесь нельзя останавливаться. Я знаю, да. Господи, как же мы сейчас отсвечиваем. В магазине вроде чисто. Ой. Как будто это кого-то волновало как-то. Только что машину взорвали из-под стольника. Ну это где было? Это неправда. Не знаю, вот то, что ты... Мне надо как бы вашу позицию еще немножко знать иногда. Где вы передвигаетесь. Мы сейчас около пруда идем. Если ты нас сможешь заметить и спросить, мы ли это будет вообще хорошо. Значит, вы где-то слева от меня. Ну да, в прицел я вообще ничего не вижу. Те, что стрелы, вообще хорошо все видно? Стоп, а в бинокль ведь можно с ПНВ смотреть? Идеально. По-моему, можно. Супер, отлично. По-моему, нет. По-моему, если сначала бинокль открываешь, а потом я вижу. ПНВ открыт, бинокль, я все вижу. Шикарно. Хорошо. Кстати, странно, да? То, что бинокль прислоняешь... Да. ПНВ и все видно. Тихо, зомби. Сейчас он кого-то из нас заметит. А мы ночью на корточках. Ты что, пошли? Не парься. Стоит шахана, по-моему, она белая. Ну, белый шахар там всегда стоит. Я вас огорчаю. Но она светлее, чем остальные машины. У тебя что стрел вижу сколько? 66. А у меня 0. Меня вообще не видать получается. А я, видимо, такой парень видимый. Везет. Каждый куст просматривает. А хотя. Ты ж не видишь. Все зомби, вот как ты тогда, я тебя понимаю, что стрел, когда ты говорил, что ты сидишь на горе, и все зомби к тебе идут. О, да, они это обожают. Сволочуги, блин. Любимое занятие. Не видя, идти прямо в твой куст. Ой, как я не люблю старый собор. Мое любимое место для войнушки. Для войнушки-то да. Да не, мне вообще нравится. Много. Магазин есть, домик такие, амбары, ангары, чупа-чупс, блин, палатки, машины, клёво. А мне нравится северное аэродром. Вот. Потому что там все простреливано. Так, где вы? На горе, на хребте. На левый хребет поднялись. Сейчас по лысине пробежим до правого хребта, похоже, если я понял, что стрелу правильно. Не, мы сейчас будем смотреть каждый куст снайперский. Я ничего не вижу. Во, вижу вас на самой горе, да? Да, мы тут все кусты. Один за другим. Блин, зомби ко мне идут. Может, все-таки с бара-то их? Ну, давай, попробуй. Жми. Попробуй выжить, да, потом? Бугай. Самое главное, что это будет очень скрытно. Вообще, никто не заметит. В окрестностях. Ну зато 12. Все в окрестностях будут на мою точку смотреть, а на вас забьют, и вы все полутаете. Я, правда, буду мертв, но я. А нас, кстати, на карте на этом серваке не отображают? Нет, никому не отображают.
Хорошо. У меня вижу ноль. Я что, невидимка? Стреляк, Артур. Тоже ноль. Так, вы на горе, вы должно быть уже подобрались к горке, которая над палатками, да? Да. Пока ничего там не вижу. И даже зомби не ходят. Пошли лутать, нет здесь никого. Ну пойдем. Мурка негр был убит, так что, скорее всего, никого этих, нет. Я этих ребят и искал, потому что они там из клана. Ну, по-видимому, они там в Черногорске шарятся. Что в этой игре печально, то что если кто-то тут вышел и может просто появиться в этом месте в самый подходящий момент. Как-то вот этот доработали бы, чтобы, я не знаю, некоторое время он был. Нет, а тут и так, когда если ты сидишь, смотришь на кого-то, кто появляется, то ты его раньше заметишь, чем он тебе. Потому что у него будет пока ресинг писаться. Вот я наоборот хотел, чтобы это убрали. То есть, допустим, чтобы, ну, знаешь, как бы. Мне хочется, чтобы игра как-то определенные чекпоинты были. Артур, твои вот левые, мои правые. Лады. Что зомби там? Видишь вообще, нет? Нет. Что бы там? Да я сам уже понял, что это идиотская идея насчет того, что по чекпоинтам появляется. Потому что на этих чекпоинтах будет страшное мясо. Mm-hmm. Это как в Red Dead Redemption в мультиплеере. Здесь у нас 7004, я играл. Ну ты помнишь, да, там, когда появляешься на каком-то месте? Ну, совершенно не оценил. Мне понравилось. А я поиграл, блин, наверное, час. Ничего. Мне не понравилось, что я был индейцем с томагавком, а все бегали с хорошим оружием. Нет, именно мультиплеер не понравился. А я имею в виду сингл вообще огонь. Сингл, да. Мне сингл надо пройти, я только где-то, ну, даже до середины. Ты не прошел? Нет, это я... Же, блин, а вы на чем играли? Я на Xbox играл. А я тоже на Xbox. На PS3 там такая игра. Я дошел, я в Мексику прилетел. Станаг нужен полный тебе, Артур? В Мексику. У меня их уже 9 штук. Сколько? Ладно. В Мексике я, наверное, часов 5 уже или 6 провел геймплея. Она временами скучна очень. Ну, потому что там между миссиями надо очень долго двигаться. Тот место. Симулятор скака на лошади. Скачка на лошади. Но там, блин, вот время, блин, время надо, чтобы допройти. Потому что я знаю, что игра шикарная, мне я уже, блин, по своей случайности сполирнулся. АКС-74У нужен кому-нибудь? Нет, нет. В твоей следующей палатке столько ништяков лежит, и я нашел пулеметные ленты. Блин, мне так жалко, тот пулемет было. СД, станаги, нужны кому-нибудь? Если вы найдете патрон для М1911 или для 10РНД М107. Какие тут ништяки? Тут один станаг лежит. Лежит дымовая граната и стекло. Ништяки. Из каких пор тут вообще стекло лежит? Мне тоже интересно. А может, здесь, кстати, сейчас тут... лутом вообще проблема. Знаете, такие небольшие ангарчики, что ли? Двухэтажный, который поднимаешься, там такая маленькая полосочка, и по ней ходишь-то, да? В комнатку еще можешь зайти. Угу. У них же обычно всякие эти для транспорта респались вещи. Теперь там треспается что угодно, кроме вещей для транспорта. Максимум. Я перешел в твои палатки, потому что мои кончились, Артур. Ладно, я понял. Я тут маленький этот. А, так, тут есть М9. А нет, самого его тут нет. Здесь есть патроны к нему. М9СД. А, никого нет. Шустрило он. У меня, я подъеду, сейчас заберу. Идем. Угу. У тебя, то есть, и пистолет-пулемет, и пистолет, все с гушаками, да? Да, именно так. Тут, короче, два магазина станагов лежит полных. Лучше бы ты свой выкинул, а это, ну, не полные свои станаги выкинул, а эти взял. Я просто раз больше брать-то нечего, я и эти заберу. Я готов сваливать. Так, сейчас я их забираю. Нам надо бы посмотреть, куда нам можно дальше пойти, где транспорт можно найти. Хорошо. Блин, тут М203. То есть отсюда есть рядом с Гугловым мотоцикл, если что. Мы его можем тупо заправить и поехать, но на двоих опять. Отлично, договорились. А потом в горку заехать и посмотреть, что там. Че я прослушал опять? На алтарь, кстати, можно нам, ну, кто-то вдвоем на мотиках садится, едет до алтаря. Артур, на меня посмотри, на меня посмотри. Смотрю на тебя. Уходим. Со мной как с этим, с аутистом каким-то. Да-да-да, возьми его за руку и веди, да. Джек, короче, помнишь там, где мы парковали шестерку нашу перед тем, как сюда пойти? Наша шестерка. От тебя это... Направо. 200 градусов, 100 градусов. От тебя.
Это за старым забором лес. Ничего не вижу. В лесу в этом стоял. Компас нажми, посмотри, там будет 100 градусов. 195, вот так. Да, ну, лучше координат на мапе скажите. Ну это точка 391, да? На карте неудобно тебе будет говорить. Ну скажи, точка 391 там на горе. Короче, Джек Шепард, ты лежишь вот где, ты поворачивайся направо, видишь там лес, вот в него беги. Вот я лежу, смотрю на церковь и магазин, да? Угу. Поворачивайся направо, бегу в лес. Да, и... да. А ты, Шестрил, мог бы в полный рост подняться. Мне страшно. Тебе страшно? У меня вижуалсов много просто. У меня ноль. Я не заметен. Прикольно тебе. У меня тоже ноль. Обоим вам прикольно, а я все вижу зато. Да. А я не вижу ни хрена. Но уже звезды появились у меня даже. Если бы у тебя рубашка не была белой, я вообще просто пропал бы. Предлагаешь надеть камуфляж? Ну попробуй, поплаваешь у нас в асфальте. Меня же радует их патчи последний, прям так радует с плохой стороны что-то просто жесть. Делать столько времени патч. Да-да-да, делать столько времени и выпускать какашку. Недоделанную. Что такое вообще? На выставке представлять, не забывай. Да, приехали на выставку, вот у нас новый патч, смотрите, сколько в нем прикольно. Выпускают патч, целый день никто не может поиграть, потому что сервера лежат. Ничего не работает. Супер. Ладно, день. Подход, по-моему, просто отличный. Ну мы на месте, Джек, где мы шестерочку парковали. Мы не тут шестерочку парковали. Вот, а я вижу, он по полю идет. Видишь, как бежишь? Да. Видишь его? Да. Вижу, далеко. Угу. Газ. А, вижу вас двоих, да. Снимаю. Это блин, что было? Что взорвалось? Такое? Слева что-то шарахнуло. Это по сольникам кто-то херанул или... Я ничего не вижу. Это что только что было? Это кто-то либо с подствольника, либо гранату шарахнул. А, у них какая-то мина была. В старом, да. Так, кто-то не видит? Я в лес пошел, мне пофиг. Пламя там, дым. Это не пламя, дым, это граната была. Я думал, вообще взорвалось что-то. Ладно. Это взрыв был? Ну, в смысле, не это, не граната, а что-то взорвалось, типа там машина или что-то. Джек, ты... а, вижу тебя, Джек. Это ведь ты? Да это я. Я спрятался в кустах, я не знаю. Не бойся, мы с тобой. Опять как саутист. Мы хорошие. Ты хороший. Так, где он? Теперь ищи его, блядь. Где это там? Убежал близко. Сижу такой, я не выйду к вам, я боюсь. Вы сейчас слышите, договоритесь, у меня, блин, столько станов. Там взрыв. Я могу геноцид устроить. Где ну-ка ты? Давай-ка. Ну-ка давай-ка, чё? Чё, давай. Артур, где ты? Мы тебя не видим. Давай покажу, ну, блин, я сейчас вон этот чанный. В лесу. Вон, все вижу. Нашел? Левее бери, да, вон бежит. Причем от нас убегает. Стой. Я вообще-то вот сейчас в куст зашел. Стоять! Это точно я? LAPD. Это точно ты. Ну сейчас увидим, я сытный. Во, присел. Пылится не на нас, мы подходим слева, слева. И... Да вижу я вас давно уже. Ну веди нас на алтарь тогда или куда? Так, 33 минуты, ладно, еще бежим. Угу. Я хотел нас привести к мотоциклу. А, ну пошли. Подожди, к мотоциклу. Подожди, ребята, а всем пофиг, да, что это такое было? Да вообще плевать, что ты можешь. Ну а ты не догадался, что это было? Что? Я да. Разбавил немножко обстановочку боевой гранаткой. То, что это скучно как-то, все какие-то поникшие. Да-да-да. Это как ты над нами угорал, что типа ты не видишь Артура. Ну да, но просто на сервере 3 человека, и это мы. И надо было шарахнуть Дриану. Просто ну, так 82-63, а там где? 82-63, 82. Это мы идем. О, идем 82. За тобой. Второй. Нет, подожди, это Артур, а где ты? Да. На 85-ю, я сижу, вон я. Вижу. Надо на 85-ю полосу выйти. Как, блин, у меня вообще нифига не видно. У меня 5-дневный комментарий будет в духе. Ничего не видать. Ну, сейчас доснимаем и все тогда. Да, добежим до мотоцикла и закончим. Он там по-любому стоит, я думаю. Ты его видел, да? Да-да-да, у меня на разных серверах 3 мотоцикла полностью заправлены, заныканы. А, ты вообще серьезный парень. Да.
Без шуток. Что-то я зевнул, и все зевнули. Так, я рванул по дороге какой-то на юг, но... Нам не надо на эту дорогу на юг, нам надо. Куда нам надо вообще? 65. Да-да-да, все правильно. Блин. Ну хорошо, что у меня есть ПНВ. Это ж сегодня еще пятница. Угу. 13. Артур нас пугает. Да, Артур нас пугает все время. Сегодня пятница. 13. Не, я про фонарик. Он сейчас возьмет фонарик, понял, так к себе, к подбородку. Дай фонарик. За мной прилетели. Нет фонарика. Не за тобой. А снова, мне кажется, это... Это троллинг инопланетян. And this is bad. Блин, так глупо машину профукать, конечно. Да. Давай, ну зато весело было. А так, квадроцикл как на квадрике сделать. Как наш квадрик был тупо убит. Там 15-8 сальто. Вот это заснял, да? Конечно. Шикарно. Там такой флип. Я это, наверное, сейчас с трейлера сделаю. Ускорение, музыка с Бенни Хилла. И так, такие круги. И на реплей. Кстати, да, много ж материала прикольного, драматичного. 33 крови за рулем. Сальто квадрика, все, трейлеру быть. Трейлеру быть. Спойлеру быть жестоком, таком большом, таком. Так никто ж ничего не поймет. Какие-то сальто, какая-то кровь мало, там все умирают. Да. Почему он не может нормально держать фонарик, когда бежит, а? Потому что он руками размахивает. Дурак. Ну а хрен ли он размахивает руками? Знаешь, как можно было просто на пояс, да, повесить, как бы? Не, или каску. Каску с фонариком. Ну блин, даже кепки можно примотать. Я посмотрел, как ты примотал бы кепку. Спокойно, сбоку примотал, и все, чик-пик. Скотчем, да? Ну да. Так, слева от нас какой-то амбар. Поселок. Мы, кстати, здесь были с автором. Я там, кстати, заправлял белый внедорожник. А тут... А, господи, Иисус, тут направо чуть пойти, там будет парень, которого я на шестерке хлопнул. Точно, точно, да-да-да, все, я понял, куда мы вышли. Точнее, нифига не понял, но мы туда вышли. Я знаю это место. Так, там новый собор будет левее. Да, новый собор прямо слева. Нам надо сейчас, знаете, куда нам? На точку 8179. Мы хорошо идем, Зек, мы так и должны идти. В гору вон тут. Да-да-да. Но потом чуть левее еще нам будет взять. Угу. И мы выйдем прямо к нычке с мотоциклом. Черт, как же я хочу арму 3. А я что-то как... Ну да, хочу, но не так, что прям уж. Я очень хочу The Last of Us и Last Guardian. Все. Это две игры, которые я сейчас хочу больше всего. О которых я ничего, похоже, ничего не жду. Потом Hitman, GTA там всякие. Я только Амнезию жду, наверное. И как там, GTA 5. Не знаю, что все вписываются в этой Амнезии. Мне не понравилось. Амнезия, ее же перенесли сейчас. Не знаю, они могли бы новый движок, между прочим, сделать к новой этой игре. Меня единственное, что ждет, вернее, что интересует в последнее время, это всякие... убогие инди-игры, да. Да. Так сейчас остальное... распродажа в Стиме, Артур, покупай сколько так хочешь. Что там покупай, там все, что уже, наверное, давно было куплено и пройдено. Legends of Gimrock или как-то так называется, круто. Ой, попить хочу. Не знаю. Пагни. Опять пагни, вот я же говорил, да? Я тормознул, я жду Артура. А я пику дальше. А, подожди, не-не-не, Слендер. Ай, да. Гнется во все стороны. Подожди, зайди. Пацаны, здесь записка. Еще, вот так, и выглядывай. Ой, блин, страшно. Слендер, да? Пошли. Я потерял Джек, а вон Джек. Надо было еще со звуковыми эффектами это сделать, типа. Да. Бежим, еще. Мы сейчас куда бежим? На Кудыкины горы. Ты поражаешь нас. Мы три раза за последние 10 минут. Гуглова, по-моему. Ну, не доходя до Гуглова, будет амбар и мотоцикл. Нет, у меня здесь нет нычки, но здесь по-любому есть мотоцикл, который полностью цел, в него надо только бензин залить, а у меня две канистры полные. Короче, вот я вам что хочу сказать, ребята. Че? Надо еще в Вышное слетать. Там Волга всегда стоит. Ну, как всегда, я был на паре серверов и лишь на двух из где-то 10, ну как напомню, на двух из 10 нашел я. И она убита вдрызь просто. Ей нужны как-то... На этом все... А, господи, мы потеряли машину кита, которая сама чинилась. Что ж теперь делать-то? Все.
Но... Ужас. Артур ее убил. Она не смогла подчиниться после выстрела. И Артур не смог это. Под стволом. Интересно, а если бы ты жахнул рядом, я бы, может, чуть откинула волной? Ну нет, какая здесь нет такой физики. Если ее разворотило. Блин, а прикольно будет в DFDZ играть с этим, с рэгдоллом тогда, в третьем. О, так это же будет, да. Круто. Бум, так в ногу зомби, он упал и начал ползти. А нет, вторую часть сначала это обещали. Я еще ролики помню, когда игра не вышла. Я помню, как в Сталкере перед релизом что только не обещали, что только не сделали в итоге. Где транспорт был, блин, и что только помню, не... Я помню Lada Racing Club игру. О, нет, все, даже не напоминай. Я эту лицензию сжег в тот же год. Это ж капец, так? Вот ты у меня потемнело так. Все, мы пришли, ребят, почти. Можете, пока кто-нибудь из вас справа там амбар будет, можете полутать. А ну, к черту, я лучше буду идти и смотреть на тебя, потому что ты хоть что-то здесь видишь. Здесь канистрка, например. А у меня есть с собой? Не, у меня две, не, я просто говорю, что... Нет, в мотик-то, по-моему, только одна залезет, наверное, да? Да. Или та не влезет? Одна влезает, но... Так, сейчас присесть. Вижу, ноль. А, только чтобы не нашуметь, типа. Это да. А сейчас что, перепрыгивать? Ну, их здесь всего двое. Кто перепрыгивает, куда? Кто-то прыгает, по-моему, да? Артур, нет, сядь! Хорошо. Хорошо. Вот оно, вот оно. Вот оно. Все, он согрелся. Он бежит куда-то не туда. Сейчас прибежит куда нужно. Здесь нет мотоцикла. Да вы шутите. Всегда был. Я приговорил. Фраг гренейт, отлично. Я кидаю. Я закрыл дверь, кидай. Да не бежишь. Ну и чё, я вас поздравляю, здесь нет мотоцикла. Пам-пам-пара-бам-бам, заходите в гараж, закончим серию. Да, а чё, гараж тоже прям. И можно потом зайти на сервер, где у меня есть мотоцикл в следующий раз. Ладно. Но он не тут, он спрятан. Но рядышком очень близко. Ну, так, хорошо. Ну всё, давай заходи, Артур. И закрывай за собой дверь. И нас здесь никто не найдет. Так. Мне показалось, что нас тут четверо ходит. И ты хотел стрелять, да? Ну чё, я думаю, самым классным будет завершить серию гранатой. Я думаю, не надо. Ладно. Ну что ж, в общем, мы, как и планировали, дошли до Старого Собора, там не обнаружили абсолютно ничего, не знаем мы здесь, как-то спавнятся машины, там, где они на самом видном месте, то есть в Солнечном мы нашли транспорт, а в Старом Соборе, на Зеленой Горе мы ничего не смогли найти. По итогу заперлись в гараже, где это, Гуглово? Да, и в следующей нашей серии двинем примерно уже на другом сервере, на дневном, к Вышному, в поисках Волги или, не знаю, другого транспорта. Да. В общем, попрощайтесь, ребят. Или можно в Дубровку сгонять за УАЗом. Посмотрим, как пойдет. Угу. Пока. Всем пока. Пока-пока-пока. Украл! Это богохульство. Гашу. Все, ладно, пока-пока-пока.